Тут написано, тот, кто идет путем святости, основа которой отдача и вера, нуждается в большой подготовке. Что это за подготовка? Вот эта большая подготовка на пути святости в том, что мы все время должны быть во внутренней настройке по отношению к следующей ступени. Я думаю, попробуйте, вместо всех вот этих тысяч советов, которые вы слушаете, находитесь в таком внутреннем беспорядке, и поэтому невозможно там чего-то придерживаться, попробуйте все время представлять себе себя на более высокой ступени. Два состояния. Вот это и чуть выше. Да? Ближайшая, высшая ступень. И тогда, когда ты... Ну, это возможно, как будто бы, да, две. Я и надо мной. И тогда все время то, как я поднимаюсь, как я ассоциирую себя с тем, что там, как я поднимаю себя. То есть, это легче. Пусть перед тобой будет два этажа. Вот этот мой, вот этот более высокий. И как я поднимаю себя. То, что относится к моему уровню, что относится к более высокому уровню, что там за свойства и качества, что здесь свойства и качества, и так далее. То есть это компактнее, это так, как-то это получает форму. То есть работа постоянно, я должен ждать каких-то определенных результатов? От работы? Да. Вот эта работа по подготовке, настройка постоянная. Конечно. Результаты будут в святости? Подготовка в моей работе, я ее проверяю, насколько я стремлюсь к центру группы. Если я все больше и больше чувствую, насколько я завишу и связан с общим желанием между всеми, это называется, что я продвигаюсь правильно.